Доброе утро, сынок. Посмотри на меня. Ты проснулся? Помочь их? Да, ложки, ложки, вилки, вилки. Ты положи все до ложек, а потом будешь это вот сюда. Сюда все положи. Сюда? Угу. Поэтому тихонько с посудомойки все достаем. Да, сынок? Осталось теперь вилки к вилкам. Да. Ложкам, ложкам. Да, ложки к ложкам. Магели-магели. А мама тарелки к тарелкам, да? Да, мама тарелки к тарелкам. Сейчас все Сафонька уберем и опять заложим посудомойку. Мам, а? Потом я пойду. Да, и потом пойдем на улицу, да? Да. Афонька погулял на улице. Ты уже погулял, сынок? Нет, я смотрел, как они свинью зарезают. Смотрел, как свинью зарезают? Ну и как тебе? Было страшно? Я не бубончик смотрел. И бубончик смотрел, как свинью зарезают? А как же ее зарезают-то, сынок? Сначала они у нее... Камень. В рот кладут камень, да? Да. Понятно. Ну, открывай дверь, пошли заходить уже. То на улице так достаточно прохладно, да? Да, наверное, уже один год. Ага. Смотри на меня. Открывай. Что тебе сейчас сделали? Вырвали 2 зуба. Обалдеть, как ты терпел? Ты сам себя увидел. Получается, всего за полчаса Антохе вырвали зубы, да? 2 зуба. И что еще сделали, сынок? И полечили один, да? Давай ручку. Я учительнице улыбнусь. Да. Пошли. Но лучше не надо улыбаться. Ты хочешь улыбаться? Да. Пошли. Мам, говори сейчас это. Хорошо, да. Ты сейчас сюрприз делаешь, да? Пошли. Пошли. Сюрприз будет. Там, по-моему, еще башка Галя Вера на маму. Здрасте! Своего поросенка надо привезти. Здрасте. Здрасте. А это или что? Вы заметили, Антон, что улыбнулся? Какие его зубки делятся? Давно у нас что-то не было этого. Покупки продуктов, да? Так, ну да, подожди, ну дальше я буду показывать. Я вот это не, пока, не чай, заказывал. Чай, я купила вот такой. Ладно, вот это что такое? Подожди, тут еще кое-что интересное. Посмотри, есть вот такие яичко. А вот я еще личи купила попробовать. А, это что, говорили? Что? А как ну, сейчас есть? Как раз вот эту штуку снимать, и там должно быть как белое яичко такое, мякоть такая водянистая. Что это, твои зубки? Да. Это такая покупка продуктов. Антоха себе 2 зуба купил. Ну, вот это что? Ну да. Мы уже попробовали личи. Ну, прикольное, сладкое. У нас оно стоит 230 рублей килограмм. Вот это я на 60 рублей купила. Несколько штучек попробовать. Мам, я молоко хочу. Сейчас я тебе все дам, сынок. Так, купили что? Майонез. Сама не знаю, зачем мы его купили. Авокадо, зеленый лук и укроп. Оно было все свежее в магните, а потому что зелень, которая вся вместе с петрушкой, была какая-то не очень свежая. Гришка уж не ходила, он же не успевал. А Гришке в пятницу идти. Так, сушки купила. Хлеб черный. Вот такой наш с Антошей любимый. Сметану вот такую. Хлеб наш черный любимый. А что ты обобщаешь? Так, капусту нашла более или менее маленькую, а то вся сейчас такая огромная. Квашеная капуста, что еще купила? Корицу, 2 творога, кетчуп. Творог. Хочу сырничков на завтрак. Ура, творог. А, просто со сметанкой? Хочешь, творог со сметанкой сделаю. Итак, батончик.
два огурчика хочу салат сделать. Башка Галя, Верина мама, посоветовала вот такое белорусское золото сыр. Попробуем, какой он, насколько он такой прям вкусный. Вот два молока. Все, ура, покупки закончены. Сержинечка сейчас жарит мясо. Так приятно, когда мальчики готовят. Так, сейчас буду чистить личи. Одно уже съела, вернее, даже два. Такие внутри большие достаточно косточки. Да, оно такое прикольное. Ни на что не похожее, только на личи. Вот оно, это белое яйцо с таким прикольным вкусом. Но вид такой интересный. В общем-то, даже вкусно. В магните у нас продается, который на красный, возле родителей. Готовимся ко сну. Сегодня у нас эти, как это называется, мультики, да?